Nu spate din drumă, din tătă bună și de ele oameni, că tu dată din primă, tu dată din ziua. Dar ce mă dă, ce mă dă, răși eu, hai mărit zălare. Unde am cânat? Dar tu ești dimărit. Nu vă gândiți absolut la lucrători, absolut deloc. А это все из-за невыплат зарплаты, да? Повышая зарплату? Ну, есть немножко. 3 месяца. 3 месяца? Как не немножко. Господи, мы такие маленькие деньги получаем, что нам не хватает. И 3 месяцев. Что вы так удивляетесь? Не, мужчина говорит, что у людей больше зарплата, а у нас маленькая. Чего так не удивляться? Мы тоже... Да прицурли крест. Хотим жить нормально, но нам не дают жить. Хотя маленькие копейки, и те мы не можем получить их. Скоро пату дня дала до 12 тренкаса. Пентру умеешь жмать или? Давайте договоримся так. Надо же слушать друг друга. И, откровенно говоря, ну как бы я не веду этим вашим хозяйством, тем не менее никого на дороге нет, поэтому я и приехал. Значит, мы попробуем решить этот вопрос, каким образом. Потому что это в основном служащий персонал, так я понимаю. Да, да. Вот, сейчас начальника дороги нет, он приедет. И мы попробуем... Можно? А? Погромче, можно? Тогда тише ведите себя, будет слышно. Значит, Мирон Леонидович Гагаус, моя фамилия. Начальник дороги. Это заместитель начальника дороги. Да, ну я сейчас не начальник дороги, заместитель начальника дороги в командировке. Давайте договоримся так. Сейчас... Нет, он здесь. Давайте сейчас начальник дороги подъедет. Мы попробуем этот вопрос каким-то образом разрешить. Я пока, наверное, как предложение посмотрю. Может быть, мы сделаем... вот обслуживающий персонал, это одна форма оплаты, там проавансируем как-то и так далее. Но на самом деле положение очень тяжелое, потому что падают объемы перевозок. И я знаю, что это вас мало трогает, поскольку холодильник надо открывать, там должны быть продукты, надо заплатить за садик, за школу и так далее. Все это нам известно. За свет, за газ. За свет, за газ. Вот. И... Но я просто хочу вас попросить. Вот, я понимаю, что это вы от крайней нужды это делаете. Конечно. Но если мы нарушаем закон, это не говорит о том, что вы его должны нарушать.
Вот. Есть формы протеста, есть профсоюзы. Вам можно, на. Есть, не, боже упаси. Есть формы протеста, есть профсоюзы. И давайте мы каким-то образом попытаемся это дело разрегулировать, поскольку сама по себе невыплата зарплаты, мы прекрасно понимаем, что это ненормальное явление. И я думаю, что в ближайшее время мы попробуем ее разрешить. И я вот поговорю еще с руководством дороги. Мы персонально посмотрим по каждому, что можно сделать. Но не делайте больше так, это ненормально. Давайте договоримся так. Я слышу хорошо, я вас услышал. И мне известны все ваши, так сказать, проблемы. Можете не сомневаться в этом. И кто, как не я, и как начальник дороги, наверняка больше всего заинтересован, чтобы каждый из вас занимался своим делом, не тратил время и здоровье вот на эти мероприятия, которые сегодня. Да, нам нечего кушать. Хорошо. Вот сейчас сколько времени будет этот вопрос решать? Ну, я сейчас думаю, начальник дороги после этого будет. Мы с ним переговорим, думаю, что до конца недели постараемся. Хорошо. А вот уже 2 месяца я ребенка нечем... ребенка нечем кормить. Вопрос. Откуда у меня сейчас эти деньги, чтобы прокормить этого ребенка? 2 годика. А ты купил, луешь когда? На прошлой неделе я сначала. Вы как, между собой будете разговаривать или все-таки вопрос ответит? Давайте друг другу. Давайте друг другу. На прошлой неделе я говорил с начальником дороги, он сейчас, я так понимаю, ищет возможность получить кредит краткосрочный, чтобы каким-то образом перекрыться, и я думаю, что решение будет найдено. Но на момент, сегодня взяли аж один грузовой поезд из Кучурган. А один поезд это дает, ну, максимум 10 тысяч долларов. А нас с вами больше 10 тысяч. То есть реально нет грузовых перевозок. И поэтому... Значит, это не наша вина, если грузовых перевозок. Нет, но дело в том, что пассажирские перевозки-то убыточные, понимаете? Ну, мы сейчас что сделали? Сейчас так, чтобы вы понимали. Мы сейчас поубирали дизель-поезда, ввели классные вагоны. С тем, чтобы хотя бы уменьшить расходную часть. Еще там целый ряд мероприятий. Но они не дают эффекта вот сиюминутного, понимаете? Вот. Давайте до конца недели мы попытаемся как-то определиться и попробуем потихоньку вот это. Пассажирские службы говорят, кому, а мне это известно. Сколько это тихонечко? Ну, я же с вами буду встречаться. Да, вы хотите, чтобы я сейчас вам наобещал, потом пришел, и вы мне говорили, было так и так. Я пока не уверен, что он получит кредит. Поэтому я думаю, что наверняка сейчас мы вплоть до того, что прекратим там все закупки какие-то и попытаемся этот вопрос снять. Давайте займемся работой. Выручка от нашей с вами продажи, билетов составляет порядка 16 миллионов лей в месяц. Вот, полностью. То есть мы получаем где-то 450-500 тысяч лей в день. Вот, а потребность дороги около 4 миллионов в день. Вот считайте, какой разрыв. Насколько, так сказать... У нас 10 тысяч людей, и сколько там хватает? Нет, так я же вам говорю, выручка за весь период, за месяц, составляет 15-16 миллионов. А нас с вами 10 тысяч. 1500 лей. Да, но надо иметь соля. За 2 месяца надо зарплату выдавать. Ну, я не думаю, что это будет. Хотя бы... Давайте. Можно один вопрос тоже решать, который у нас тоже очень болит сердце. Мы работаем много лет здесь. По 30, по 20, я, например, 22. Всегда был поезд. Ехали домой и приехали. Сейчас что делали? 9:30 отправляется 341. Мы едем домой, 12. Мы дома, были только 4, мы даже ехали, не стояли, не поместились. Ладно, сейчас уже дали 2 секции, нет проблем. Но надо решать так, чтобы поставили один состав. Как-то, чтобы в 8 часов мы закончим работу, в 8 часов, чтобы мы отправлялись домой.
А так що, ми 12 дома і в 4 обратно 3. Треба теж думати, тому що хто звільняється? Хто звільняється? Більше тут ніхто не приходить, ми залишилися одні. Давайте хоть эти людей сохранить, чтобы работать. Значит, конечно, можно посетить 10 поездов и 20 поездов, но мы должны определиться, либо мы зарплату хотим получать, либо, так сказать, ездить. И то, и другое. А он связан, понимаете? Он а если потому... все люди уйдут отсюда? Да. Вот. Ну, не все уйдут. Куда как куда? Уйдут, разбегутся все. Я думаю, уйдут. Да, у меня принято. Я просто так думаю, что... Вы не со мной разговариваете или с нами? Я тебе дачу кое-что, но я вам могу сказать. Даст мне пока делу, когда септема нас, интерпаря субдему, субдема солизация. Мы к стема и сейчас не сводим у тачу, а ты-то я, даст мне пока делу, когда сфачем лукру. Но и по надзывать мнение. Не аудит кондукторя, не аудит тот, да, с необходимым делом. Требарем вас освеи результат. Давайте верим так. Сейчас будет начальник дороги. Одну минуточку. Давайте, будет начальник дороги. До конца дня мы вам сообщим, что и как. Договорились? И все. Я же вам говорю, без человека утром уйдет. Объезд, он не пришел к нам. И вообще, мы не знаем, кто он. Ну, будет у вас и начальник дороги. Был с объездом начальник дороги. Ни с кем из рабочих он не поговорил. Такое пренебрежительное отношение к этим людям. Я не думал, что... Ну, я была на работе. Не остановилась. Что я раб территорию. А я у них смотрю. За скунтой с диной. Да ной мучиться еще. Мучиться пред. Если вы между собой хотели поговорить, поговорите дальше. А я вам предлагаю... Давайте так. А здесь приедем до конца дня. До конца дня. Сейчас приедет. И мы обязательно вам дадим ответ через вашу... Договорились? Можно, да, вы кто? Меня интересует этот вопрос. Будете писать этот протест, почему он возник? Он возник как следствие, скажем так, свое время, почему кризис-то, собственно, произошел. Там, по-моему, где-то года 3 или 4 назад, если вы помните, Министерство транспорта находилось под либералами. И тогда с помпой пускали дизель-поезда, которые модернизировали в Румынии. И тогда все хлопали в ладоши. И когда я там в парламенте везде говорил, что за это придется расхлебывать, потому что взяли, влупили 13 миллионов евро в эти дизель-поезда, которые стоят под забором, и ни одной копейки дохода не дают. Тогда я всем пытался объяснить, что вы делаете. Кредит в евро. И в связи с тем, что тогда кредит, тогда евро стоил 14-18, сейчас евро стоит 20, получилось, что за прошлый год дорога погасила кредит 49 миллионов, а цифра в леях та же осталась, 250-260 миллионов. А чего стоит? Сейчас, ну я же даю интервью или как, с вами поговорим потом. Да, хорошо. Вот. И поэтому, конечно, тогда изначально была ошибка. Почему? Потому что я тогда говорил, если вам дают 13 миллионов евро кредита, возьмите приличный тепловоз грузовой, который бы работал на эффективность и давал бы прибыль. Вы же вкладываете деньги заранее в убыточное, так сказать, хозяйство, которое никогда прибыли не даст. Вот. Более того, оказались эти дизель-поезда не сертифицированы, стали под забор. Вот. И получилось, что 13 миллионов евро выкинули коту под хвост. А сейчас кредиты надо выплачивать 7-8 миллионов каждый месяц. И получился разрыв в том, что объем грузовой работы пошел снижаться, инфляция поднялась вверх, и вместо того, чтобы, грубо говоря, получать, для того, чтобы дорога работала эффективно, надо иметь 100-110 миллионов лей дохода, мы получаем 70 миллионов лей. И плюс надо выплачивать вот этот тяжелый кредит. Сейчас, когда мы начинаем обращаться в банки с просьбой реэшелонировать этот долг, или же попытаться, значит, на овердрафт нам дать краткосрочный кредит, они берут кредит истории, говорят, подождите, в прошлом году вы сработали с убытком 110 миллионов лей, в этом году продолжаете работать с убытком, вы нам как кредиты будете возвращать? И вот замкнутый круг, и люди возмущаются, поскольку началась пробуксовка по зарплате. Это самое опасное, что может быть. Я через это проходил, когда я принимал дорогу, у меня было 4-месячное. Я же не с вами разговариваю, дайте интервью, дам мне все. И получается, когда тогда было 4 месяца
отставание по зарплате. 42 доллара зарплата была, но мы тогда выстроили четкую программу, как это все двигаться. А сейчас, когда вот люди загнаны, вот эти дизель-поезда, получилось, что стоят, можете на них посмотреть, они все стоят, 4-5 стоят, мы не можем, мы обслуживаем этот кредит, а эффекта никакого не получаем. Вот в чем проблема-то вся. И сейчас, конечно, руководство дороги, начальник дороги ищет варианты, как решить эту проблему. Я думаю, что, скорее всего, что не так это быстро будет, но мы постараемся, конечно, подобных вещей не допускать. И само по себе блокирование деятельности транспорта, это не есть хорошо, поскольку это путь в никуда. Мы можем не ехать сегодня, мы получаем выручку примерно 400-500 миллионов в день. Ну, не поедем сегодня, не получим эти 400 миллионов. И получается, что мы загоняем ситуацию дальше и дальше в тупик. Вот в чем. Но корни не здесь находятся. Корни находятся 3-4 года назад. Там они находятся. Более того, я вам хочу сказать, что кредит был взят на 13,5 миллионов. Заплатили за 4 дизель-поезда. Пятый пришел, и он не оплаченный еще. Обратно вот. Он еще не оплачен. И поэтому проблема из проблем очень серьезная. Вот. И мы с пониманием относимся к тому, что люди не получают зарплату, поскольку кредиты есть, надо холодильники что-то иметь, детей надо одевать, и бывает болезни, к сожалению, человек подвержен. И на самом деле ситуация крайне тяжелая, и руководство дороги сейчас ищет, и будем надеяться, что мы найдем очень быстро выход из этого положения. Я фамилии не называю, что интересно, что когда я говорил, меня мало кто слушал. При чем тут это вообще? Мало кто слушал в парламенте. Я говорил, что вы делаете? Вы ставите на Запорожец мерседесовский двигатель. Не будут у вас эти дизели работать. Понимаете? Вот такая ситуация. Спасибо вам. Можно вопрос? Скажите, пожалуйста, вот.